Накануне в Актобе произошел пожар. Согласно сообщению, поступившему на пульт дежурно-диспетчерской службы, возгорание случилось по проспекту Санкибай-Батыра в гаражном кооперативе номер 6. Прибывшими на место подразделениями было установлено, что пожар возник внутри гаража. Для ликвидации пожара было задействовано 16 человек и 4 единицы с техники службы пожаротушения. Силами специалистов было спасено 3 автомобиля, вынесены на улицу 1 газовый баллон и компрессор. Происшествие обошлось без жертв. Причина пожара устанавливается.